Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Завод по производству ЖБИ «Мир» на постоянную работу приглашает электрика, электрогазосварщика и арматурщика. Заработная плата от 75 тысяч рублей. Оформление по Трудовому кодексу, сменный график. Телефон 8-922-871-71-19. Требуется сиделка. Звонить 8-901-822-75-27. Требуются охранники. Телефон 49-48-00. В компанию «Профметалл» требуется водитель категории «Б», «С», электрик и дворник. Телефон 99-24-22. В рыбную лавку требуются разнорабочие. Телефон 96-30-45. В управляющую компанию требуется дворник. Звонить 43-80-38. В торгово-транспортную компанию требуются грузчики, водители категории «Б», «С», «Е» и автослесарь. Обращаться по телефонам 58-36-24 или 8-987-850-04-83. В гостиницу «Нива» требуется администратор. Телефон 77-52-81. Требуются охранники. Звонить 23-53-13. Требуются водитель категории «С», а также машинисты мини-погрузчика и фронтального погрузчика. Заработная плата высокая. Телефон 26-77-26. В управляющую компанию в районе «Малая земля» требуется ответственный дворник. Телефон 29-61-10. В организацию требуется мойщица посуды. Официальное трудоустройство, соцпакет. Телефон 8-922-535-17-72. В ресторан на постоянную работу требуются официанты. Имеется питание и развозка. Телефон 97-09-21. В Оренбургстат требуется дворник. Оформление по Трудовому кодексу, соцпакет. Звонить 31-25-75. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.